Обратил внимание, что я начинаю пропагандировать язык Джулия? Не посмотрела? Везде я уже кидаю в чатиком, везде язык Джулия. Я видела, что это такое, зачем? Джулия, я начинаю пропагандировать, то, что Джулия это изобрели математики для математиков. Если Python это язык общего назначения, то Джулия, она очень похожа на Python, только она намного быстрее. И она прям изобрена для нас, для Machine Learning Engineer and Mathematics и так далее, etc, etc, etc. То есть Джулия это прям вот специализированный язык для дата-сайентистов. Правда, она очень молодая, но ничего страшного. Можно иногда ее посмотреть, потыкать. Можно вывести Hello World на Джулию, будет для тебя хороший эксперимент. Это потому что этот язык изобретен математиками для математиков. Именно для машинного обучения, для Data Science. И, возможно, когда-нибудь Джулия поработит сферу Data Science и станет number one of Data Science language, right? Мы все шаг за шагом идем к Джулии. Ты видишь в этом будущее, да? Джулия, конечно, это молодой язык, она быстрее, чем Python, и она делает почти все то же самое, как Python. Только сейчас энтузиасты допилят пару библиотек под машинное обучение на Джулии, и все, я думаю, что она выйдет number one. То, что Python медленный. Единственное, что спасает Python, это библиотека NumPy, которая написана на C, и библиотека PyTorch, и другие библиотеки, которые написаны на C подобных языках. Вот единственное, что, за счет чего мы с тобой держимся на питоне. Иначе мы с тобой потом просто уйдем на Джулию и все. Хорошо, пойдем дальше. Поэтому я удочку забросил. Джулия, можешь посмотреть, что за язык. Руслан. Да. Руслан, а мы будем PyTorch учить или нет? У нас, конечно, будет все. У нас, да? Это, у нас, конечно, это все будет. У нас есть план обучения, который ты можешь ознакомиться. Я тут спрашиваю. Да, которая в группе. Конечно. Поехали. Да, поехали. The.product. What do you mean? The.product. Вот мы получаем какое-то число, да? Это же скаляр. Правильно вот это вот? Это скаляр. Мы договорились, что у нас есть три буковки, которые обозначают скаляр. Первая буковка альфа, потом у нас лямбда. И какая еще буковка обозначает скаляр? Три буковки. Помнишь, мы договорились, что обозначают скаляр? И гамма. Гамма, помним? Альфа. Альфа, лямбда и гамма. Три буковки, которые обозначают скаляр, то бишь число. В рамках этого учебника у нас три буковки обозначают скаляр. Далее. Вот у нас есть АБ. Вот у нас есть АБ. И мы с тобой хотим сделать скалярное векторное произведение. Скалярное произведение векторов. Правильно? Скалярное произведение векторов. Z.product. Мы с тобой... Буковка Т, обрати внимание, что это не транспонирование буковка Т между ними. Это dot product, это важно, кстати. Это, иначе говоря, точное произведение. Можно переписать эту формулу. Это уже в математике, если ты это встретишь, чтобы тебя не пугало. Во-первых, это сигма, по нижнему пределу единицы, верхний предел у нас n. Ты знаешь, как работает сигма? Как у нас сигма работает, знаешь? В смысле, как работает? Ну, как вот это вот, то, что сигма, это знак суммы. Это сумма, нет? Да, цикл, в цикле сумма у нас пробегается от нижнего индекса до верхнего индекса в цикле. И сами элементы, они, получается, складываются. Первая итерация у нас будет A1B1, потом плюс A2B2 и так далее, etc, etc, etc. Каждая итерация у нас будет складываться, да, сигма? А количество элементов будет n, да? У нас верхнего предела нету, поэтому мы идем до бесконечности. Это n. Да, мы получаем цикл будет до бесконечности. У нас будет цикл начнется с единичного индекса A1B1 плюс A2B2 и так далее. Обычно все-таки верхние границы они показаны, то есть они у нас дискретные. Понятие исчисляемости это значит дискретность. То есть, если мы говорим. И поэтому, когда мы с тобой изучаем дискретную математику, она конечна. То есть ее объекты они конечны, поэтому дискретные. Вот, это. И поэтому дискретная математика так называется. Хорошо. Немножко в сторону ушли, смотри. А сигма по нижнему пределу и ты единичка, верхняя у нас верхний предел не определен. И, соответственно, мы поставим формулу. Хорошо. Вот у нас сигма, это математическая запись. Пора это сделать в аналитической форме записи. Соответственно, вот у нас один вектор, второй вектор. Мы умножаем скалярное векторное произведение. Согласно вот этой формуле сигмы, мы с тобой что видим в сигма? Мы видим то, что первый умножаем на b, а-ты вектор умножаем на b, это элемент первый, вот у нас, вытащили первый индекс, вот вы умножили 1 на 1. То есть это в сигме, как это работает? Вытащили первый индекс, переумножили... И это у нас индексы, да? Да, совершенно верно, да. Первый индекс вытащили. Отлично. Это первая итерация у нас пошла. Потом вторая итерация. Смотри. Это мы сигму свою разложили. Видишь? Это разложение сигмы. Вот. Потом вытащили второй индекс. А2, Б2 вытащили. Второй индекс, второй. А в математике, обратите внимание, что у нас начинается не с нуля, с математики, у нас начинается с единички. Ну, мы с тобой это понимаем.
Далее, вытащили второй индекс, второй и так далее. И до бесконечности, пока мы не уперлись уже в n. А n у нас получается, это у нас первый, второй, третий, четвертый индекс. Это n получается. Верхняя граница должна быть здесь 4. Но здесь не указано ничего страшного. Потому что это общая формула, которая не... которая общая формула. Она не конкретно к этой формуле. Далее. Хорошо. Следующий момент. Мы это записали, и напиши, что буковка Т это называется точное произведение. Иначе говоря, или or inner product. У нас есть синонимы. У нас есть понятие точное произведение, точное произведение, есть у нас понятие внутреннее произведение, и это синонимы. Что внутреннее произведение, что точное произведение, это одно и то же. Это все есть скалярное произведение векторов. Хорошо. Хорошо. Обратите внимание, что dot product это скалярное произведение векторов. И также мы говорим, что буковка t это точное произведение, тоже скалярное произведение векторов. Идем дальше, next. So, for example, I will mostly use the notation a t power b for reasons that will become clear after learning about matrix multiplication. Также обратите внимание, что с помощью метода dot мы можем делать с тобой матричное умножение. Итак, почему, why does, continue please, why does the dot product require two vectors, continue please, or equal dimensionality? Of equal dimensionality. Try to compute the dot product between the following two vectors. Итак, нам это очень важно, действительно, потому что, во-первых, сама dimensionality — это сама размерность, то есть нам нужно будет вычислить скалярное произведение между следующими двумя векторами. Как мы с тобой вычислим между двумя векторами? Вот у нас вот размерность разная, 4, а здесь у нас получается 5. Да. То есть для 4 мы можем вычислить, а 2 оставшиеся, 1, получается, остается без ничего. Нам, на самом деле, да, очень важно dimensionality. Берем заменить, что ли? Не-не-не, dimensionality очень важно при совершении скалярного произведения векторов. Поэтому мы не можем так сделать. You cannot complete the operation because there nothing to multiply a final element left vector, right? То есть мы говорим, что у нас при скалярном произведении мы должны у нас быть вектора одинаковой размерности. Идем дальше, next. Это важно. Не надо добавлять ничего. То есть мы здесь не должны их домножать, еще какие-то нули добавлять, ничего так не работает. Далее. You can compute the dot product between a vector and itself. Для начала мы должны с тобой опираться вообще умножение количества элементов в левом векторе. И таким образом скалярное произведение определяется только между двумя векторами, которые имеют одинаковую размерность. Это понятно. И мы с тобой должны понять, что вот у нас есть, допустим, вот такое обозначение. А в этих самых, в, ну, эти две палочки, вот. Это значит следующее. То, что мы с тобой можем вычислить скалярное произведение между двумя векторами, которое у нас показывает, чтобы сумма возведенных в квадрат элементов обозначала как вот это вот. Это возведение в квадрат, и это у нас вектор, вот, обозначается. Таким образом, the terms, условия, is called the magnitude. Это называется магнитуда, то есть длина вектора. Далее. The length. Length тоже, это все синонимы, то есть длина вектора. Or the norm вектор. Мы понимаем, что у нас три слова, это синонимы. Норма вектора, длина вектора и магнитуда, это все синонимы. Хорошо. Идем далее. Читаем. Does continue, please. That the dot product of a vector. Это все синонимы. Вот это все синонимы, это все синонимы. Где это у меня? Does the dot product of a vector with itself is called the magnitude squared, the length squared or the squared norm of the vector. Итак, для начала, вот у нас еще есть понятие дисперсия, кстати. Вот это интересное понятие, пока я тебя не буду с ней знакомить. Но дисперсия — это понятие из статистики. Возможно, когда-нибудь ты слышала ее. Есть еще понятие нормальное распределение, есть квадратичное склонение и так далее. Это все из понятия уже статистики. То есть, таким образом, вектор, скалярное произведение вектора на самого себя называется величиной в квадрате. То есть, это у нас как раз вот называется itself. Сам в квадрате, то есть это сам на себя получается. Длина в квадрате или норма вектора в квадрате. Да, я проходила это в этом. Да. Идем дальше. А, Т, А, буковка Т. Немерение было. Мы говорим так, мы говорим, что вектор А точечно умножается на сам же вектор А, точное произведение векторов, это получается А в квадрате. Хорошо, вот у нас сигма, нижний предел у нас единичка, верхний n, и далее мы говорим, что сигма это эквивалентно следующей сигме, мы делим А в квадрате на итый. Это элемент. Хорошо, идем дальше, next. Давай мы с тобой это в Python посмотрим. Хорошо. Вот у нас есть в Python наше скалярное произведение векторов. Ничего нового, да? Dot, скалярное произведение, векторы у нас размерность одинаковая. Да. 4 элемента, 4 элемента. Далее, next.
Хорошо. Property. Dot product properties. Какие у нас есть свойства скаленного произведения? Ну, давай посмотрим. У нас есть ассоциативность. А ассоциативное свойство, о чем оно говорит? The associative property of the dot product. Не совсем. Ассоциативное правило, о чем говорит, оно похоже на коммутативное, но немножко по-другому раскрывается. Ассоциативное. Скажи своими словами, что это значит. И как и почему мы должны интерпретировать ассоциативное свойство двумя способами? In two ways. То есть мы используем ассоциативное свойство, мы должны двумя способами интерпретировать. Какими способами? First in the ассоциативное свойство. Для сложения и для умножения. Да? Для сложения и для умножения, получается. Во-первых, у нас ассоциативное свойство – это вот такое свойство, да, у нас есть. Есть, вот оно, получается, это у нас множитель за скобочками. И внутри у нас наши товарищи умножаются. То есть они у нас точно скалярное произведение происходит. То есть, во-первых, ассоциативное свойство, вектор точно скалярное произведение. In fact, this is simple. Simply the associative property of scalar vector multiplication embedded inside the dot product, so it's it is real. Да, да. Смотрите, для начала нам нужно понять, что на самом деле само ассоциативное свойство скалярного векторного умножения, то есть это у нас встроенное скалярное векторное произведение, то есть точное произведение векторов. На самом деле нет ничего нового, то есть это обычное умножение векторов, то есть и здесь просто упоминается о том, как это в виде формулы это все происходит. То есть, давай мы с тобой докажем, это можем доказать в NumPy. В NumPy это просто доказывает следующим образом сейчас. Вот у нас, допустим, есть какие-то вот у нас вектора, да, и у нас вектора умножают следующим образом. Сейчас немножко еще теории тебе расскажу. Так, соответственно, вот у нас это гамма. Гамма умножается на скобочку. Гамма, то есть это скаляр, вот это скаляр, видишь, это скаляр, вот он. Гамма это скаляр, мы с тобой это знаем. Mm-hmm. Гамма-скаляр, и вот два вектора у нас умножаются с помощью скалярного произведения векторов. Они умножаются с помощью скалярного произведения векторов, и это все умножается у нас на гамму, на скаляр. И можно наоборот. Можно скаляр сначала умножить на вектор, умножаем скаляр на вектор, и потом мы точечно умножаем это все на другой вектор. То есть это все ассоциативно можно. Либо скаляр сначала умножить на вектор, либо сначала можно умножить точечно, два вектора точечно умножаем, а потом это все умножаем на скаляр. Это одно и то же. Идем дальше. But the second interpretation is what most people referring to the discussion dot product. Следующий момент, что вот у нас есть вектор u умножается точечно на эту скобочку. Умножение вот это происходит скалярно, это тоже скалярно потом умножается. Это то же самое, что мы умножим с тобой этот вектор на этот вектор точечно и потом умножим на этот вектор точечно. Это все ассоциативное правило. То есть, и во втором случае мы должны с тобой понять следующий момент, что интерпретация вторая говорит о следующем, то, что нам нужно рассмотреть три вектора, они умножаются, получается, таким способом. Сначала у нас умножаются два вектора в скобочках точечно, потом эти вектора умножаются тоже на этот скалярно. И это все ассоциативно. Вот у нас есть две интерпретации. Вот, именно ассоциативного свойства скалярного произведения. Вот, первое ассоциативное, это значит у нас... Скаляр умножается на векторное произведение, на скалярное произведение, а потом у нас умножается сам вектор скалярное произведение, и потом они тоже умножаются. То есть в первом случае у нас скаляр умножается на скобочку, во втором случае у нас вектор уже умножается на скобочку. Вот единственное, таких два свойства. Далее, как это вообще выглядит вообще в математике? Вот у нас, допустим, есть вектора u, v и w. И мы должны с тобой умножить, например, сначала u точечно, потом умножить на скобочку. Что мы с тобой получаем? U точечно, потом умножить на скобочку? Да, скалярно. Сначала мы должны выйти с тобой на ответ 11,22. То есть сначала можем с тобой умножить вот этих товарищей, потом их сложить, и потом умножить на скобочку. Сначала найди мне скалярное произведение вот этих товарищей. Нам нужно выйти с тобой... Да. V и W получается, да? Да, нам нужно... V и W. Сначала ты можешь умножить вот это, потом сложить. Как мы с тобой ищем? Нам нужно сложить первое, второе. Это все складывается и умножается на 1 и 2. То есть на наш на скаляр. Получается 1 умножить на 2. Угу. 2. 3 умножить на 3. 9. 10 плюс... 2, 11. Да, да. 11 умножить на 1, 11. 11 умножить на 2, 22. 11 плюс 22, 33. А, ну они, получается, так просто заменяются. Да, вот у нас 11, 22 получились с тобой, да? То есть, совершенно верно. Следующий момент.
Вот сначала мы с тобой умножили 1 на 1, да, 1 на 2 получили с тобой 2, 1 на 3 получили с тобой, потом 3 на 3 9, 9 плюс 2 получили 11. 9 плюс 2 получили 11, хорошо. Далее, и второй тоже у нас получается 14, 21. Давай мы с тобой тоже со вторым разберемся. Вот у нас здесь есть, соответственно, вот эти умножаются, потом у нас точно умножается на это, получаем здесь 14, 21. То есть сначала то, что в скобках мы делаем. Ну 1 да. умножить на 1, Да. на 1. Сейчас, типа. 2 умножить на 3, 6. 6 плюс 1, 7. 7 умножить на 2, 14. И 7 умножить на 3, 21. Да, 21, совершенно верно. Итак, таким образом мы с тобой, используя вот два свойства, у нас два свойства, и мы с тобой в математике это раскрыли. Так, можешь записать этот пример, можешь просто его потом в Python воспроизведем. Далее, and it's get even worse, то есть нам нужно будет с тобой, вообще три вектора имеют разную размерность. Далее, вот продолжаем. Таким образом, might even be invalid, то есть инвалид это то, что как раз невалидно. I will let you do the work to figure this one out, but imagine what would happen if the dimensionality, как раз размерность, of u, v and w were respectively, okay. Я так понимаю, что я буду позволять, или я позволю вам проделать работу, чтобы разобраться в этом, что произошло бы, если бы размерности были у нас, получается, respectively, были, сейчас, соответственно, равны, наверное, 3, 3 и 4. То есть размерность у нас будет 3, следующая, 3, 3 и 4, окей, okay. Следующие размерности. Continue, please, the con... Here. The conclusion here is that the vector dot product does not obey the associative property. Just to make life confusing, matrix multiplication does obey the associative property. And at least you don't need to worry about that for several more chapters. Окей, то есть вывод следующий. Я так понимаю, что не будут работать ассоциативные свойства вот этого, да? Потому что разные размеры. Да, да, вывод следующий. То, что мы можем с тобой понять, что как раз скорее произведение, оно у нас не подчиняется как раз ассоциативному свойству. И есть у нас понятие еще матричное умножение, оно действительно, оно у нас подчиняется уже свойству ассоциативности, но скорее нет. Далее, давай мы с тобой сейчас поймем, что у нас еще скалярное произведение векторов может обладать свойством коммутативного произведения. Коммутативное — это самое простое, это самое первое свойство, то есть закон наш, самый первый коммутативный, да? Это самый простой закон у нас, коммутативный закон, да? Это соответствует переменных слагаемых, от переменных мест множителей сумма не меняется. Можно с тобой сначала скалярно умножить этот на этот, потом и наоборот, b на a, окей? То есть это одинаково, the same. Окей, идем дальше. Соответственно, в сигме мы тоже самое видим это в сигме. Можешь также записывать это в тетрадку, себе конспектировать, что у нас, допустим, ассоциативное в сигме мы это не показали, да? Ассоциативное в сигме это не показывали. Мы сразу же здесь показывали в рамках уже самой формулы. Вот, но покажи, допустим, коммутативное, именно вот это вот коммутативное правило в виде сигмы. Покажи это, чтобы мы с тобой использовали сигму как можно чаще. Потому что сигма у нас будет везде уже в дальнейшем, в алгоритмах и так далее. То есть вообще коммутативное свойство у нас справедливо только в том случае, что у нас слева направо, справа налево одно и то же происходит. Так, запиши вот то, что вот это запиши обязательно. Вот это вот коммутативное свойство. Да, коммутативное свойство. Сейчас. И запиши буковку Т вот здесь обязательно. АТБ и равно БТА. АТБ, БТА. И сигму запиши. Потому что сигмой в дальнейшем мы будем чаще всего очень работать. Далее, вообще коммутативное свойство у нас, естественно, справедливо для скалярного произведения векторов. Это значит, что мы можем с тобой поменять местами порядок векторов, и, соответственно, ничего не изменится. Так, идем дальше, next. Дистрибутивное свойство в математике. Ну, соответственно, это то же самое, просто мы работаем уже... То есть все свойства математики, а их там сколько там у нас? Около там 6, ну, меньше 10. Вот, все эти свойства нужно применять на основании скалярного векторного произведения. А потом ты должна эти свойства уже... На векторное произведение векторов, где у нас получается, если скалярное произведение векторов у нас умножается, когда скалярное умножается, у нас на выходе что получается? Число или вектор?
при скалярном умножении векторов. Если что, что? Скалярное произведение векторов. У нас на выходе будет число или вектор? Скалярное умножение векторов. Число или вектор? Число. Да. А векторное произведение векторов? Вектор. Вектор. Хорошо. А смешанное произведение векторов, смешанное? Смешанное число. Произведение. Да, почему? Как смешанное произведение векторов работает? Расскажи мне, пожалуйста. Как? Что там вообще происходит? Почему мы вообще получаем там сначала, число? Там сначала вектор умножается на скаляра, потом... А потом получается... Что там получается? Шашлык получается. Да, ты редко работаешь со смешанным, скорее всего. Со смешанным редко, да, работаешь со смешанным? Обычно ты работаешь, скорее всего, со скалярным или с векторным, да, с чем-то чаще работаешь. Со смешанным ты редко работаешь, да? То есть смешанное как работает? У нас есть три вектора, правильно? У нас есть три вектора. И вот векторы сначала у нас, а потом на скаляр. Либо наоборот, сначала вектор на скаляр, а потом векторное. То есть у нас сначала происходит векторное, а потом скалярное. И поэтому мы с тобой всегда получаем скаляр. Потому что в конце всегда у нас будет скаляр, число. Мы с тобой должны умножить на скаляр по итогу, да? И поэтому мы говорим, что смешанное произведение всегда является числом. Потому что сначала они векторно, а потом они скалярно. Вот, то есть давай сразу же тебе посмотрим еще раз, допустим, на какое-нибудь другое. Вот. Например, вот у нас АВ на косинус угла между ними. Мы с тобой это знаем, да? То есть и скалярное произведение векторов, это нам особо не интересно, нам нужно смешанное да. посмотреть. Смешанное произведение. Так, вот у нас смешанное. То есть иначе мы говорим как? Скалярно-векторное. Но вообще мы говорим не скалярно-векторное, мы вообще говорим смешанное произведение. То есть чаще всего ты услышишь слово смешанное, вот так вот. Но иногда ты можешь услышать векторно-скалярное произведение векторов, но это реже, да? То есть мы сначала это векторно делаем, видишь? То есть мы с тобой первые два умножаются векторно. Обрати внимание, что первые два умножаются векторно. И потом мы... А их результат умножается на третий скалярно. Видишь, как мы это делаем? Сначала мы с тобой первые два умножаем векторно. Вот этих товарищей, видишь, мы их векторно умножаем. Первых два. А потом мы умножаем скалярно, видишь? Вот. А третий умножается скалярно. И за счет того, что мы умножаем потом скалярно уже на третий, мы получаем число. Здесь мы получили вектор, потому что мы умножали векторно, вот здесь товарищи. А потом мы умножаем на скаляр, грубо говоря, скалярный. Поэтому мы с тобой получаем число по итогу. На выходе мы получаем число. И поэтому смешанное произведение векторов является числом. Вот. На практике, скорее всего, ты очень редко с таким работаешь, да? Часто ты... Ну, для тебя легко это... Скалярное произведение для тебя легко, векторное для тебя, по сути, легко, да? Ты получаешь вектор. Правильно? А смешанное произведение, ты с этим... Смешанное произведение, ты с этим редко работаешь, поэтому для тебя это пока что еще, ну, такая диковинка и, ну, пока необычно такое. Но обрати внимание, что в Демидовиче у тебя это будет. В Демидовиче чего там только нету, там вообще все, короче. Поэтому не переживай, все хорошо, идем дальше, next. Поэтому мы получаем число, потому что в конце мы умножаем скалярно, повтори, потому что мы получаем число только потому, что мы потом умножаем скалярно наши векторы. А если мы умножаем скалярно, мы знаем то, что мы получаем всегда число. Далее. Хорошо. Дистрибутивное свойство, да, о чем оно говорит? This one also holds for the dot product. Давай, переводи. Continue, please. This one also holds for the dot product, and it turns out to be really important for showing the link between the algebraic definition of dot product with the geometric definition of the dot product, which you will learn below. Что ты поняла? Equation below. Ну, что здесь будет дистрибутивное свойство, которое показывает связь между, условно говоря, алгебраической записью с геометрической. Да, совершенно верно, смотри. Таким образом, а мы что видим? Мы это все выучили наизусть, уже все дистрибутивность, да, ассоциативность. Обратите внимание, что когда у тебя начнется дискретная математика, ты с нуля опять будешь учить дистрибутивность, ассоциативность. В дискретке опять с нуля все, потому что четыре раздела математики, они все пересекаются. Когда у тебя начнется матанализ, у тебя тоже начнется опять это все, то же самое в матанализе. И дискретные математики у тебя тоже самое начнется, окей? Я тебя обрадовал, да? Здорово. У тебя все эти свойства в математике, они во всех разделах пересекаются.
И первый семестр в институте, четыре раздела математики, они очень похожи в начале. То есть, ну, даже не первый семестр, а несколько месяцев математики, они все похожи. Далее. Хорошо. Распределительное свойство, о чем оно говорит? Says that we can break. То есть, оно говорит о том, что мы можем с тобой разбить скалярное произведение на сумму двух скалярных произведений, разбив один из векторов на сумму двух векторов. И наоборот. То есть, мы с тобой можем развивать. Давай посмотрим, как это работает. Например, вот у нас здесь сигма есть, да? Нижний предел единичка, как всегда, по классике нижний предел единичка. Витый плюс скобочка, да? Это то же самое, что мы с тобой можем сделать вот так вот. Это то же самое, что можем с тобой две сигмы разбить. Первая сигма получит у нас, получается, вот первое товарище, вот она, первая товарища, первая сигма получила. А вторая сигма получит второго товарища, W и V, да? Можешь это записать, кстати. Можешь это записать, это? Записала это в тетрадку? Это у нас уже свойство скалярного произведения. А возможно, в Емелине этого не было, в Емелине? Ку-ку. Скалярное произведение, не помню. Свойство скалярного произведения в Емеле не было такого? Вот сигмы? Не помню. Давай, поехали. Записывай. Сигмы точно не было. Записывай, это грустно. Но Емеля это детский сад, и поэтому я тебе говорю, что после Емеля нужно обязательно Бартаковского. И поэтому записывай вот быстренько вот эту сигму, очень быстренько записывай. Обрати внимание, что... Вот... Давай дальше. Да, записала, да? Отлично. Next. Итак. Example always help build intuition. Let's have a look. Давай посмотрим. У нас есть три вектора. U, V, W. Вот, и мы сначала делаем точное произведение. Сначала скалярно умножаем вот эту штуку на вот это. Эти мы просто складываем. И потом умножаем скалярно, да? Получаем здесь 2, 5. 2, 5, правильно? Вот 2, 5. И потом умножаем скалярно, правильно? Совпадает все, сходится? Получается, а потом 2 на 2, за 4. 5 умножить на 3, 15, 19, да. Да, 2 на 2, 4, 3 на 5. Все совершенно верно. Далее. То есть, буковка Т, еще раз, это точно, повтори. Т это точечное произведение. Повтори. Да, Т это, получается, dot product. Точечное произведение, окей? Да, точечное произведение. Да, все, поехали дальше. Итак, вот это умножается... скалярно. Вот, и вот это скалярно, правильно? Ну, здесь ничего... Ну, короче, понимаем, да? Все четко, чики-пуки, правильно? Это умножили скалярно. 2 на 1 и 3 на 2 получили здесь 2 и 6, правильно? И потом получили здесь 2 на 1 и 3 на 3. И здесь получили уже 9, right? Здесь получили 11. 9 плюс 2 получили 11. И здесь получили 8, правильно? 6 плюс 2, 8, правильно. И 8 плюс 11 получается 19, да? Все четко, все совпадает. Скалярно, скалярно, и потом сложили этих двух товарищей. Идем дальше, next. Equation, 3.30. Below shows an example of applying the distributive property to the dot product between a vector and itself, where the vector is expressed as the sum of two vectors. You have already learned that the dot product of a vector with itself is the magnitude squared. The equation below expands of this idea. Итак, ниже у нас показан пример применения свойства распределения к скалярному произведению между вектором и самим собой, где вектор выражается как сумма двух векторов, и мы уже знаем, что скалярное произведение вектора на самого себя равно квадрату. То есть вектор сам на себя получается квадрат. Мы с тобой это знаем, да? Далее. Вектор U и вектор V, мы, получается, вот эту скобочку, сначала мы их складываем, этих двух товарищей, да? И потом мы скалярно умножаем на другую скобочку, да? А так как скалярно само на себя получается у нас квадрат, мы с тобой получаем здесь квадрат. А квадрат мы с тобой как раскладываем? По формуле сокращенного умножения, да? Повтори. Квадрат мы с тобой раскладываем по форме сокращенного умножения. Да, я поняла, вижу, да. Записывай, вот это запиши, обязательно запиши, чтобы мы с тобой потом в дальнейшем могли решать примерчики. У тебя, потому что в Демидовиче будут задачки потом. Записывай. То, что у нас с тобой умножаем скалярно два вектора. У нас вот эти векторы складываются. Умножаем скалярно эту скобочку на эту скобочку. Получаем квадрат. А если мы получили с тобой квадрат, значит у нас, соответственно, согласно формуле сокращенного умножения, мы с тобой раскрываем квадрат. Получается у нас квадрат первого плюс удвоенное произведение первого второго плюс квадрат второго. Иначе говоря, просто
скаляр точечно, UU точечно, VV точечно. Иначе говоря, это квадрат. Записывай это обязательно. Так, пиши быстренько, быстренько. Потому что мы в дальнейшем, когда в Демидовиче будем решать примеры, ты еще не успел записать. Смотри, мы с тобой должны будем с тобой примеры упрощать в Демидовиче. Да, записывай быстренько, давай. Давай. Ты пока записывай, я пока дальше говорю. Итак, пиши. Notice that combining UVT, U точечно V, and V точечно U. Также у нас получается, что объединение вот этого всего, то есть действительно, вот эта коммутативность, это свойство позволит нам связать алгебраическую и геометрическую интерпретацию скалярного произведения. То есть это нам поможет нам связать и алгебраическую, и геометрическую интерпретацию скалярного произведения. Идем дальше, next. Хорошо. Итак. Следующее свойство у нас. Так, переводи. Я не знаю, что это. Каши Шварц. Жесть. Каши. Это знаешь, что такое? Это не... Ой, это больно, короче, будет. Это... Неравенство, inequality, неравенство Каши Шварца, да? Это Каши Шварц, неравенство, совершенно верно. Но на самом деле это полный хард. Это, я не знаю, постараюсь тебе объяснить. Каши Шварца, ну, смотри. Во всех вузах, запомни, во всех вузах, линал дается всегда с матаном, всегда. И поэтому, когда ты уже заходишь на уровне темы этого линала, да, у тебя в матане, ты уже проходишь в матане Коши нашего неравенства Каши Буниковского. У нас есть Коши Шварца, у нас есть неравенство Буниковского, да. Это, вот это все это в матанализе, но так как у нас линал идет отдельно без матанализа, это грустно. Я попытаюсь тебе хоть что-то объяснить из матанализа, да? Если сейчас смогу это сделать, да? Далее вот смотри. То есть, вообще линал должен идти всегда с матаном одновременно. То есть, ты должна одновременно изучать два предмета. И матан, и линал, окей? Далее. О чем вообще говорит неравенство Буниковского? О чем она говорит? Давай посмотрим вообще, как оно выглядит, эта формула вообще, это неравенство Каши Буниковского. Обратите внимание, что я вам скидывал мемный видос про Коши. Помнишь, ты не смотрел его, да? Да. Каши, потому что Каши, да? Да, потому что Каши, ты не смотрел, да, но потихонечку даже тебе вот это все точечно, да, вот эти у нас А на Б, меньше равно А квадрат, Б квадрат, да? Соответственно, формула с виду такая, ну, ничего такого сложного, да? Сразу же давай посмотрим здесь, как это работает. Вот у нас есть два вектора, V и W, они скалярно, получается, умножаются, правильно? Они умножаются скалярно. И. Uh-huh. The, вот это вот, Каши-Шварц inequality provides an upper bound for the dot product between two vectors. In particular, the inequality is, является, следующее. То есть, у нас является... То есть, это нам обеспечит... Это нам обеспечит как раз верхнюю границу для скалярного произведения двух векторов. У нас здесь понятие верхней границы. То есть, эта штука всегда должна быть меньше равна вот этому. То есть, это как раз модуль. Вот это модуль, норма вектора. Да, длина. Хорошо. То есть, в частности, неравенство так, следующее. Мы должны запиши это неравенство Буниковского. Запиши это. Неравенство Коши-Шварца. Записываем. То есть, оно говорит о следующем. То, что у нас есть верхняя граница. То есть, вообще, на английском языке это неравенство, если простыми словами, то есть, у нас есть понятие абсолютное значение, то есть, это число по модулю, это абсолютное значение. Мы понимаем, что в первом случае это модуль числа, окей? Далее, скалярное произведение между двумя векторами. Дальше у нас норма вектора. Вот эта штука, это норма вектора, правильно? Вот две палочки, это норма вектора, да? Ну, длина его, длина вектора. Длина, норма вектора, да. Норма вектора. Но длина это... Математики так не говорят, мы говорим норма вектора. Обратите внимание, что мы говорим норма вектора, мы не говорим длина. Далее. То есть смотри, выражения будут равны друг другу, когда один вектор является масштабированной версией другого вектора. То есть когда V, вот видишь, V равно лямбда умножен на W. То есть вот это выражение expression will equal будет равно тогда, и только тогда, когда... У нас, когда один вектор является масштабильной версией другого вектора, и тогда они будут равны. Хорошо. Идем дальше.
The Cauchy quality, вот это вот inequality comes up often in linear algebra. На самом деле, действительно, это важно. Вот это все, это очень важно для linear algebra. То есть, и оно будет достаточно часто встречаться. Often — это часто. Хорошо, далее, идем next. В данной книге у нас к нормализации квадратной формы матрицы, это в 17 главе. Мы познакомимся с этим более подробно в 17 главе. Но пока не будем тебя мучить. Далее. Давай мы с тобой решим примерчики. Practice problem. Compute the dot product between the following pairs of vectors. Окей, давай, решаем примерчики, поехали. Так. Понеслась. Так, получается, что у нас dot product должно быть, правильно? Ну да, минус 4 умножить на минус 1. Давай, быстрее, быстрее соображай. Минус 4 на минус 1, минус 4, минус 2 на минус на 3, 6, минус 4, минус 4, плюс минус 6, минус 11 получается. Нет. Даже на 4 минус 6, минус 10. Да, правильно, идем дальше. А что, я не так сделала что-то? Ну, минус 4 на 1, минус 4, минус 2 на 3, получается 6, минус 4, минус 6, получается 10. Минус 10. Ну, 4, 4 плюс 6 это 10, а там еще знак минус, да. Дальше. 2, 4, 9, минус 5, это B. Угу. 7, минус 4, 7, 49. Угу. Минус 49. 24 это 48. 48 плюс, это 1 получается. Дальше. 3 вторых умножить на 2 трети. Ну да, еще один пример решим. И, в принципе, ты втянулась уже в эту тему. 3 вторых, 2 трети. Единица, 4. 4 пятых на минус... Получается, минус 1 будет. Да, все правильно, хорошо. Так, там B минус 5. Еще разок. B минус 5, еще разок. Нет. Да, а ты какой? Ты едешь? B? Да, B минус 5. Три на 3, 9, да, минус 5. А Е получается минус 1, да. Да, все, идем дальше, next. По сути, ты втянулась, да? Хорошо, идем дальше, next. А о, получается, векторная, вектор dot product, именно геометрия. У нас же есть два понятия, правильно? Есть алгебра, алгебра, and геометрия, правильно? Мы с тобой можем линейную алгебру трактовать двумя способами. Какими? Алгебрическим способом трактовать можем линейную алгебру, а каким еще можем способом трактовать ее? Геометрия. Да, геометрическим способом. Геометрическим и алгебрическим способом. Отлично. Пришло время понять геометрически, как это все работает. Потому что на самом деле для нас важно понимание какое? Векторное, не так. Для нас важно понимание, как это работает в геометрии или в алгебре. Для нас что важнее? И то, и то. Ну, на самом деле, да, но для того мозга, на самом деле, для того мозга важнее геометрический смысл, для того мозга, потому что геометрически это легче представить геометрически, то есть мы в геометрии это все красиво рисуем. Mm-hmm. Далее. Итак, начнем. Геометрическое скалярное произведение, то есть geometrical the dot product in the cosine of the angle between the two vectors times the length of the two vectors. То есть геометрические скалярные произведения представляют собой косинус угла между двумя векторами. Это мы с тобой знаем, правильно? Умноженный на длину двух векторов. Косинус угла умножен, да, на длину двух векторов. Идем дальше, next. A умножить на b, длина a умножить на b равно длина a умножить на длину b умножить на косинус угла между ними. Да, совершенно верно. That seems very different form from the algebra definition, and it is also not etc, etc, etc. Так, следующий момент. Это, по-видимому, сильно отличается от алгебрического определения, ведь в алгебрическом определении у нас немножко по-другому, да? У нас в алгебрическом определении как у нас с тобой там, какая формула в алгебре? Если в геометрии у нас вот так вот, да? АТ равно норма А на норму Б на косинус угла между ними, то в алгебрическом смысле мы с тобой как это делаем? В алгебрическом смысле? А? Вот как мы с тобой делаем в алгебрическом смысле, правильно? Сигма А и ты, Б и ты, правильно? Это в алгебрическом плане, правильно? Вот алгебрический смысл, вот он. Скалярно, вот он. Это алгебра. Смотри, вот видишь сигму, вот она, сигма.
Это в алгебраическом смысле, это скалярное произведение в алгебраическом смысле. В алгебраическом. А в геометрическом у нас будет, получается, норма А, норма Б на косинус угла между ними. Визуально же разные штуки вообще, да? В геометрии, мы в алгебрическом смысле, мы с тобой всех товарищей, получается, умножаем А на Б, потом складываем этих все товарищей, сигмы используем. А в геометрическом смысле мы с тобой А, Б, норма, умножить на косинус угла между ними. Вот. Понимаем тебе разницу в чем? Чувствуешь разницу? Записывай. Это геометрический смысл. Давай, записывай, это важно. Geometric definition. И ты должна уже начать чувствовать, что оказывается, что у нас есть два вообще понятия. У нас есть geometry and algebra. И это разные у нас. И формулы тоже разные. Видишь, у нас формула другая здесь. А, Б на косинус. Далее. Идем дальше. Next. Note that if both vectors have unit length, то есть unit единичная у нас длина, да? И длина вектора следующая. Вот тут А, норма вектора А равна норме вектора Б. Единичный вектор у нас равен длине 1. Ну, это понятно. Тогда, then equation 3.15 reduces to the cosine of the angle between the two vectors. Итак, надо уже обратить внимание, что если оба вектора имеют единичную длину, а равно b, а b равно единице, то уравнение, которое у нас на 3.15, оно сводится к косинусу угла между двумя векторами, да? Это все сводится к тому, что косинус угла между двумя векторами, right? Давайте мы с тобой сейчас в этом убедимся. Вот у нас 3.15. Equation 3.15 can be rewritten to give an expression of the angle, between two vectors. Хорошо. Вот у нас получается косинус угла между ними. А умножается точечно на b, да? И делится это все на норму вектора. А на b. Хорошо. Что мы здесь видим? У нас здесь дальше угол между а, b равно косинус минус 1. Косинус в степени минус 1 равно от а точечно b. И А на Б, соответственно, то же самое, на косинус. Получается, если у нас вот это равно единичке, да, если у нас равно единице, то мы с тобой запишем это обязательно формулу, записывай формулу. Мы с тобой можем это все свести к косинусу угла между двумя векторами. Это только если в том случае, когда у нас норма вектора, если длина равна А и Б равна единице. Тогда мы можем с тобой свести это все к косинусу угла между ними. Хорошо. Далее. Записывай. One of the interesting features of equation 3.17 is that in general generalizes the concept of angle between two lines in 2D to an angle between two vectors and any higher dimensional space. Так, одно из интересных особенностей у нас есть в уравнении 3.17, да? Вот здесь вот 3.17, интересно, какая-то особенность появилась, да? 3.17. Какая особенность появилась? То, что она у нас имеет следующее, то есть она обобщает концепцию угла между двумя прямыми, то есть в 2D, на угол между двумя векторами в любом многомерном пространстве. Вот это, на самом деле, ты, скорее всего, в Емеле еще не проходила, хотя... В Емеле хотя бы формулы такие были там, или что там, вообще ничего не было? В Емеле хоть что-то было? Хоть что-то там было вообще? Странно, что ты спрашиваешь, ты что, не смотрел Емелина? Ну я там несколько обстрел, что там, по первой странице и последней странице смешанное произведение посмотрел, а остальные, естественно, смотрел, потому что я же готовлюсь по серьезному учению, там, по Бальтаковским, по другим, то есть мне даже вычитывать всего Емелина не надо. Я посмотрел начальные страницы Емелина и конечные страницы Емелина, посмотрел, что он нормально там, ну, начальную информацию вводит очень просто и понятно, и конечную информацию тоже очень просто подает. То есть весь всего Емелина, естественно, смотрел, потому что я изучаю Бальтаковский, других, ну, то есть у меня Винберг, у меня Бальтаковский, у меня другие там учебники, они более серьезно подготовлены. Вот, и поэтому мне важно... Вот это, то, что вот это, скорее всего, у вас не было в Емелине, да? Ну, зато в Бальтаковском будет. Бальтаковский ты еще не начала. Или начала уже. Ку-ку. Нет. Бальтаковский еще не начала. Обратите внимание, что в Бальтаковском будет материал намного серьезнее подаваться. Он будет подаваться на уровне уже этого учебника. То есть в Бальтаковском у тебя будет такие, у тебя начнется все с понятия сложения векторов с помощью параллелограмма. Дальше у тебя уже. Нет, будет... ты мне лучше эту формулу объясни. Ладно, я с Бальтаковским сама почитаю, да. Итак, во-первых, косинус в степени минус 1. Косинус в степени минус 1, он умножается у нас. То есть мы с вами можем вывести
мы с тобой можем вывести косинус. Если у нас длина а и b равна единичке, мы с тобой можем выводить уже косинусы. Угу. Косинус, допустим, в степени минус 1. То есть это уже сама формула, которая является аксиомой, и ее просто нужно запомнить, то есть эту формулу. Вот. Угу. И вот угол между а, b равно косинусу минус 1, а точечно на b делится на а на b, норма вектора. Итак, хорошо. Далее, the sign of the dot product between two vectors and determined entry by angle between the two vectors. This powerful relationship and the provides a geometric institution for basically every application of the dot product. And there are many, as you will learn through this book and in your adventures in linear algebra. Итак, вообще, это значит следующее. То, что у нас есть знак of the dot product, знак столярного произведения между двумя векторами, полностью определяет угол между двумя векторами. То есть, это знак определяет полностью угол между двумя векторами. То есть, это у нас взаимосвязь, и она обеспечит геометрическую интуицию практически для любого применения скалярного произведения. То есть, а их очень много, и мы с тобой можем узнать в дальнейшем из этой книги, соответственно, алгебрические приключения. Linear Algebra, Adventurous, приключения, ваши приключения. Далее. Вот у нас появляется уже тригонометрический круг наш, да? Соответственно, вот у нас косинус, вот у нас синус. И для начала, вот у нас есть x-axis и есть y-axis. Вот это у нас ось какая по x-у? О, X. Ось по X. Как называется? Абсцисс ординаты. Абсциссы. Да, абсцисс, совершенно абсциссы. Верно. А косинус нуля. Чему равен косинус нуля? Единичке. А 180? Минус единичке. Да, по синусу синус 90. Единички. Да, хорошо. Далее, next. То есть для единички и 200. Да, 270, это, скажи мне в радианах, как будет 270 в радианах? В радианах. Ну, не знаю, там что там. Сколько там? 3 пи на 2, хорошо. А 90 градусов? Да, там корень что там. 3 пи на 2. А 90 градусов как у нас будет в радианах? Это будет пи на 2. Да, хорошо, идем дальше, next. Итак, вот у нас получается угол, да? Меньше 90, следовательно, угол больше 0 градусов, да? Угол больше 0 градусов. То есть, the, continue, please. Почему у нас косинус угла, почему у нас косинус острого угла всегда положительный? Почему? Потому что он меньше 90 градусов. Cosine. Right. То есть, во-первых, у нас... скажи, пожалуйста, вот когда мы будем с тобой рисовать вот этих всех товарищей, плюсик, ты где будешь стать по косинусу? Плюсы где у нас будет по косинусу? Плюсы и... Ну, вот здесь вот первая четверть. Угу, так. Сейчас вот первая четверть. Сейчас дальше. И первая, вторая, и четвертая четверть. Да, смотри, я даже сейчас... А потом вторая четверть и третья четверть, и минус будет. Угу. Да, хорошо. Далее, следующий момент. Читай. The cosine of n. Continue, please. Acute angle is always positive, so the dot product will be positive. Угу. Итак... Then... Ну. The cosine of an obtuse angle is always negative, so the dot product will be negative. Смотри, нам важно понимать, что если косинус, если сам косинус отрицательный, то какое будет скалярное произведение иметь значение, если косинус отрицательный? Ну смотри, произведение двух векторов, оно положительное всегда, так как это норма вектора, да. Соответственно, нам будет задавать, скажем так,
направлении календарного произведения только косинус. То есть, соответственно, если косинус положительный, то все будет положительно, календарное произведение будет положительно. Если косинус отрицательный, значит, будет все отрицательно. Если косинус равен нулю, значит, будет все равно нулю. Да, совершенно верно. Если косинус, то по углу у нас он всегда отрицательный, always отрицательный, то и поэтому календарное произведение всегда будет отрицательным. Да, соответственно, если у нас косинус положительный, то у нас календарное произведение будет положительное. Да. Совершенно верно. Идем дальше. Next. Ортогональности у нас тут, да, здесь comment the memory of... то есть сам косинус, ангел, это все понятно. Давай сразу посмотрим на картиночке. Итак, что такое вообще... давай вспомним с тобой понятие коллинеарности. И что такое вообще, кстати, ортогональность? Подожди, давай начнем с ортогональности. Что такое ортогональность? Ортогональность векторов, это значит, ортогональные вектора, они перпендикулярны друг другу, то есть угол, косинус угла между ними будет равен 90 градусов, ты понимаешь, да? Угол Да, между ними, да, косинус 90. А косинус будет как равен 0. Косинус 90 чему равен у нас? Да, единица будет равна. Единица. А, у нас 90 градусов, это где, да, точки? Это пи на 2, 90 градусов? Да. И косинус 90, косинус 90, давай мы с тобой еще раз посмотрим, смотри. Итак, косинус 90, давай посмотрим, вот косинус x, 90, оказывается 0, почему 0? Почему косинус 90 0, почему? Почему? Где у нас эта точка находится на круге нашем, на круге? Перпендикуляр, правильно? Это перпендикуляр относительно, относительно абсцисс. Относительно оси абсцисс. Получается, если ты перпендикуляр, получается, ну, это пересечение x, y, все. Значит, там 0, косинус 0. Потому что это пересечение x, y, там пи на 2. А при пересечении x и y, косинус имеет 0 градус. То есть 0, у него число 0. Если косинус 90, это всегда 0. Потому что если мы с тобой нарисуем вот этот круг наш волшебный, вот этот тригонометрический круг, вот. Вот, вот он, тригонометрический круг получается. Вот он, смотри, сейчас зазумлю. Вот. Вот 90, да? 0 это по косинусу, а единичка это будет по синусу, правильно? Видишь? Так. 0 по косинусу, а здесь будет единичка по синусу, минус единичка по синусу внизу будет. 270. Почему по косинусу будет 0? Еще разок. Ну вот это я, честно говоря, не очень понимаю. Я видела, как это называется, график синуса и косинуса. Вот когда мы, если мы посмотрим на график косинуса, то он получается в точке, равной 90 градусов, то есть пина 2, он пересекает эту линию. Значит, соответственно, там угла нет. Так вот же он, вот x это косинус, правильно? Да. Справа здесь это единичка, слева это минус единичка, понятно. А посередине-то 0. Вот это, все, он посередине, точка, все, 0. Вот он здесь, косинус 90, это вот он, в этой точке, получается, вот он в этой точке находится, правильно этот косинус? Да, я, наверное, просто не туда смотрю, я смотрю там, где... Видно кручу мышечки, видно? Видно кручу мышечки? Да, да. Получается, косинус 90, мы же должны с той проекцию прочертить. Мы же с тобой, получается, от этой точки, от пинаду, прочертить прямо до косинуса. А косинус — это ось х. И вот мы здесь находимся, в этой точке, видишь? Вот, и поэтому косинус 90 равен нулю. Окей, все. И косинус 270 тоже равен нулю. Потому что косинус 270 — это 3 пина 2. И 3 пина 2 — это равен нулю. Вот он здесь. Потому что мы рисуем, получается, проекцию до сюда, до этой точки. А в этой точке мы упираемся в ноль. Да? Угу. Далее. Так, сразу же, что тебе по домашке? У нас сразу же, я тебе задаю дополнительное, у тебя будет дополнительное нампи на следующей неделе начнется. Задачки по нампи. Вот, там не сложные задачки, но там будут задачки по как раз коллинарному произведению векторов, про векторное произведение векторов. Это сегодня уже задам. Вот.